Это серьезный проект, коллективный проект, в котором огромную роль играет инициатива самих красноярцев, их участие. И для нас это действительно какая-то очень важная веха. И когда мы думали о том, чему же посвятить нашу 10-ю красноярскую книжную ярмарку, мы решили взять тему, которая сейчас у всех на устах, и она довольно болезненная, но и тем не менее плодотворная. И мы назвали ее «Современность как диалог с традициями». Причем хочу подчеркнуть, что слово «традиции» мы как раз во множественном числе поставили совершенно сознательно. Потому что, я бы сказала, те там, культурные и не всегда культурные скандалы, которые возникают вокруг современного искусства последние несколько лет, мне кажется, связаны не столько с какими-то там, я не знаю, да, злоумышленниками и все прочее, а я думаю, что эти все недоразумения выявили вот главную большую проблему нашей культурной жизни. А это именно не очень четкое понимание, границы этих традиций вообще, что это такое, что является той действительно базой, той, так сказать, бэкграундом нашей культуры, на котором выстраивается уже современная культура, которая всегда находится в диалоге, в разговорах, в споре с этой самой традицией. Мы к вам привозим все самые лучшие наши книжки, и мы, конечно, не можем пропустить главное книжное событие Сибири. Для нас «Кряк» — это одна из основополагающих выставок. Мы, конечно, готовимся, выпускаем все новинки, чтобы их первые увидели, собственно, жители Красноярска. Здесь читающие дети, и не только читающие дети, но и читающие родители. Поэтому интерес к книге у них всегда есть, всегда. И независимо это, приключенческая какая-то литература или там, я не знаю, сказка какая-то, все равно в Красноярске книги покупают. Это говорит о том, что у вас читающий город, что очень приятно. Это не во всех городах так. Это очень славная, сильная традиция. И это очень большая ежегодная работа, которая проводится не в дни ярмарки. Эта работа занимает много месяцев. Это новые проекты, новые идеи, это интереснейшие творческие дискуссии. Мы не только видим здесь 300 издателей, увидим самые разнообразные новинки литературы. Мы будем свидетелями огромного числа интереснейших культурных мероприятий. Будут замечательные концерты, будут встречи с авторами, будут интересные дискуссии и мастер-классы. Будут конференции, круглые столы. Это будет действительно мощнейший культурный форум на Красноярской земле. Я всем говорю добро пожаловать. Я всех поздравляю и радуюсь, что мы являемся свидетелями вот такого важного, любимого форума.